вот видишь, промочка. Чуть-чуть только было все. А так тут же они закрутили там. Людмила Гришина, новосел, дома 12-4. Его сдали 28 февраля. Замечания уже высказали 84 семьи. У пенсионерки протекал потолок ванной и труба на кухне. Чистая вода. На счетчик, вот здесь контакт немножко, не докрутили, как говорится, две крутки. Устранили. Тут же пришли, устранили. Сегодня в гости новоселом пришел подрядчик Барса Лидстрой Плюс. На свои работы они дают гарантию 5 лет. Претензий нет. Нет, никаких претензий. Если есть, сразу звонить. Нет, нет, ничего нет. Придем, поможем. За качество, в первую очередь, отвечает сама подрядная организация, которая строила, да? А также заказчик за контроль, технический контроль качества. Вот, обращаться нужно в эксплуатирующую организацию. Включатель включали, свет не включался. Проблема была, ну, в проводах. Часть жалоб жильцов, слова от купера, от анонимных источников, поэтому специальная комиссия Минстроя сегодня пошла по квартирам. У Руфии Зайнуллиной не работал выключатель, а у Алины Ганеевой не было домофонной трубки. Домофонной трубки не хватало, нам сразу же принесли. С отоплением кое-какие проблемы были, в тот же день исправили. Еще один дом, ставший объектом критики, под рабочим номером 10-3. Его сдали буквально 10 дней назад. Претензии были в основном к качеству инженерных коммуникаций и отделки. Вопросов к несущим конструкциям и фундаменту нет. В основном это мелкие недочеты. Криво установили розетку или не отрегулировали двери и окна. Нет смесителя, нет заглушек на подоконнике, нет заглушек на окнах. Эти все заглушки, смесители мы выдаем жильцам, так как во время строительства это все могло быть потеряно, утеряно, украдено. Все замечания и пожелания новоселов комиссия Минстроя проанализирует, чтобы у жильцов после заселения остались лишь приятные хлопоты по обустройству квартиры, а не хождение по инстанциям. Анна Городова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.